Помним тот предпраздничный октябрьский день, когда 22-й съезд принял программу Коммунистической партии Советского Союза. Минул всего год, а как глубоко вошел в нашу жизнь великий план коммунистического строительства. Магнитогорский металлургический комбинат. Много больших начинаний родилось в его стихах. Старшего горнового Григория Тарасенко и его товарищей увлекла идея экономить кокс. Это важное дело. И первые результаты радуют. 3 дня домни работали на сэкономленном коксе. Чугун магнитки стал дешевле и выплавляют его больше.